сон, во сне, в иномирной реальности, фантария, новелла. Иногда ничего не надо придумывать, просто пересказываешь все, что видишь. Иногда ничего не надо придумывать, просто пересказываешь то, что увидел и услышал. У каждого землянина есть там, в звездном океане, своя маленькая страна. Не случайно Антуан де Сент-Экзюпери вспомнил себя маленьким принцем. Он не придумал, он рассказал о себе, далеком прошлом и свободном. И это нас тронуло. Почему? Да просто живет в наших душах маленький, открытый вселенскому высшему существу ребенок, который просто не научен врать. Потом нас выбрасывают в этот материальный и жестокий мир, а мы, чтобы выжить, приспосабливаемся, обучаемся врать, играть. Но внутренний ребенок не умирает, а засыпает. Но когда он начинает кричать внутри нас, мы просыпаемся, чтобы припомнить и посетить свой волшебный уголок, откуда мы пришли и куда уйдем после земного пути через свой личный посмертный портал. Продолжая, итак, из хаоса городских огней, хищно змеящихся автострад, я попадаю в огненную, горячую и занесенную песком пустыню. Сон во сне, что может быть парадоксальнее? Многим знакомо это состояние, когда тело ведет тебя, как на земле, все чувствуя, все ощущая, только во сто крат реальнее и больнее. Яркая зеленая линия впереди, за ней пульсирующая изумрудная мягкая пелена, притягивающая все мое существо. Мгновение, и я в неземном лесу. Никогда я не видел подобного леса на земле. Мохнатые, не по земному ели, паутина лиан, ручей с кристально светлой водой, незнакомое солнце и луна вместе, как сестры, мерцают в проеме деревьев. Аватарский пейзаж. Вижу эллипсовидное зеркало, и что-то меня останавливает. Вглядываюсь в него, а из него выходит ко мне черноволосая высокая женщина в темном одеянии, в капюшоне, скрывающем лицо, босая. За ней, как кошка, выпрыгивает черная пантера. Но у меня нет ни страха, ни сомнения в ее симпатии ко мне. Еще несколько силуэтов выплывают из портального зеркала, приспускают капюшоны, и я растворяюсь в пылающих изумрудных глазах. Шоколадная кожа переливается красноватым огнем, и мне так хорошо, как никогда не было в земном бытии. В голове зазвучал голос: «Мы, Онгарии, племя мечты, свободы и желаний». Высокая обнажает руку, и голоса умолкают. «Меня зовут Аонгария. Я хозяйка этого леса, и в следующий раз, жрец, когда я позову тебя, ты появишься, и через тебя передам послание». Вспышка и мучительное возвращение в тело. Диалог состоялся. Продолжение следует. Все следующие дни я не находил себе места. Мысли вновь и вновь возвращались к пережитому видению. Ночью я долго не мог уснуть. Все вспоминал увиденное и гадал, сон ли это был, или в какой-то момент
Я вдруг словно очнулся и осознал, что меня вновь посетило удивительное видение. Из тьмы проступили смутные очертания волшебного леса, окружавшего поляну, на которой передо мной едва заметно мерцало зеркало, и из глубины его гранитного инферно зажглись изумрудно сияющие глаза, и опять явилась Аугалия, такая же, как в прошлый раз, в темных одеждах с пантерой и свитой. Только теперь в руках у нее был ночной камень в форме пирамиды, от которого шло едва заметное свечение, пурпурный и фиолетовый. «Коснись его, чародей!» — молвила Аугария. «Коснись его, и ты снова обретешь своего внутреннего ребенка». Случилось. Теперь ты готов воспринять послание, чародей иного мира. Внемли же. Достоинство свободного существа в том, чтобы умереть за честь, ибо лишь она одна достойна смерти лучших из избранных. Ее последние слова заглушила внезапно поднявшаяся буря, налетевшая на лес с ужасным ревом и воем, сбившая меня с ног. Зеркало исчезло, видение угасло, а я проснулся в смятении, сел в темноте на краю постели, задумался, пробыв в таком положении до самого утра, когда в комнату вошли мои родные и обнаружили, что тело мое давно остыло. Я умер раньше, но вспомнил.